Уважаемые болельщики и участники соревнований, Московская Федерация Футбола рада приветствовать вас на первенстве Москвы по футболу среди команд спортивных школ 3-й лиги. Напоминаю вам, что в соответствии с законом о болельщиках на матчах под эгидой Московской Федерации Футбола недопустимы культурная брань, курение, разбитие спиртных напитков, использование пиротехнических и лазерных устройств. За данные правонарушения законодательством России предусмотрена административная ответственность. Актуальную информацию о матчах данного турнира вы можете найти на официальном сайте Московской Федерации Футбола и в наших аккаунтах популярных социальных сетей. Все матчи первенства Москвы обслуживаются судьями Московской коллегии судей. Давай, давай! Подняли! Давай, вперед! 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 Вперед
Thank you.
Вперед! Дай, 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 дай
Смотрите! Да, блядь!
Да,
еще давай! Минуту! Thank you.
44-го. Играет номер 15-й. Богдан Бакалов.
Нормально, нормально. Савел, терпим, терпим. Опять смотри. Хорош. Хорошо, хорошо, разыграл!
Давай, давай, давай! Давай, молодец!
Где время?